Так, всем привет, друзья. Смотрите, зашел в склад с дисками. Кстати, кому диски нужны, литье, обращайтесь, есть практически на все автомобили, все радиусы. Вот 13 до 22, вот такая надпись на коробочке. Блин, и она перед, на самом видном, вот вход, смотрите, вход на самом видном месте. BMW Lito R14 E28. То есть, видите, я, чтобы не пропал, я положил в коробочку. Положил в коробочку, подписал. Это вы поняли, да? Четвертый диск, которого не хватало. Который я искал. Я помню, что вроде комплект был. Сиденье с гранда. Я не помню, шины я вам показывал. Шины, шины, шины. Вот шины у нас 40 дюймов на 17 ширина. Это мы будем залупазл 2 или 3, не 2, залупазл 3 или 4 строить. Можем поставить вот эти шины. Или же богер 37 на 13, богер бомбезный. Ну, в хорошем виде, то есть все. Ну, катался я на нем, он на УАЗе у меня стоял раньше. То есть, ну и вот такая зимняя на залупазлик есть еще шина. Но мне кажется, она не станет. Она, я покупал зимнюю, но она очень большая. О, сейчас я ее сравню. Сейчас я ее сравню с бэховской, будет понятно. С BMW у меня есть Хакапелита R-ка. Насколько она выше. Ну, знаете, станет на залупазлик. Станет на залупазлик этот зимний комплект. Это Nokian тоже зимний. В таком нормальном виде это. Да, можно поставить и не менять зимой на оффроуд. Можно ездить и на этой будет пробовать. Она, видите, узенькая. Ну, относительно узенькая. Не помню, можно ж, в принципе, по размеру посчитать. Становится. Так что день пошел хорошо. Диск нашелся. Диск нашелся. Сейчас, секунду. Найду. Найду размер. Так, друзья, 215. Вот я вам покажу сейчас. 215-80. R15. Это 29-е колесо. То есть оно должно на залупазл как раз четко, четко впритык становиться. В общем, самая укомплектованная, вы поняли, какая у нас машина. Ну и тут 6-болтовые диски, это на чем-то они на Ниссане стояли. В общем, можно попробовать, даже интересно. Оно, в принципе, протектор есть, понятно, это не с квадрика шины, ну, как вариант, по крайней мере, можно сейчас одеть и зимой передвигаться по дорогам общего пользования. Будет вполне комфортно на зимней шине. Так, ну все, день хороший. Может, даже сейчас я их и возьму к Андрюхе. Не знаю, сейчас посмотрю, что нам лучше сделать. Главное нашлось. Главное нашлось. Нашелся диск. Причем лежал на самом видном месте, как обычно. Хочешь спрятать, положи на самое видное место. Так, ну все, выезжаем. Сейчас будем что-то делать. Стартера починили, кстати. Так, друзья, вот эти колеса, это просто колеса, вы даже не знаете, откуда они. Эти колеса приехали на залупазлике, несмотря на неправильную сверловку, ну там все было неправильно, даже колеса не с той машины, не с той разболтовкой. Там 2,3 миллиметра расхождения, но... Их вперли, все шпильки были согнуты, все 20 шпилек менял я. Ну, я говорил уже, что поменено все, что можно. Это два впереди стояли на залупазле. Мы с ним с этими колесами его купили. На зеленую мечту, кстати, подходит по разболтовочке. Так, ну, шиповочку я беру. Мы ее оденем, Nokian. Мы ее оденем. И будет комплектик такой универсальный. На какую-то легенькую покатуху можно зимой поехать, не меняя колеса. Ну, какой-то джип-спринтик, там что-то такое легенькое. Все.
Все, едем к Андрюхе сейчас. Так, друзья, долетел. Смотрите, подписано штампованный алюминий 15 5120 ET20 с ET39. Он еще легче тех дисков, которые стоят сейчас на залупазле. А, залупазлик вон. Еще легче тех троечных. Он шире и легче. Просто ничего не весит. Я сейчас покажу, Андрей просто будет в шоке. Так, ну это мы сейчас отметим наш удачный выезд субботний. Андрюхино крещение боевое. Слышите, он там пилит, сейчас покажу. Слышите, пилит что-то болгаркой. Я хочу показать вам загрузку бэхи семерки. То есть, кто там говорит, все убитое у тебя. Ну, работает машина. Ну, блин, ей 20 лет вот в мае месяце будет. Работает машина. Нашел, я показывал вам, да, резину нашел. Диски загрузил. Почему все в салоне лежит? Логичный вопрос, наверное, вы думаете, что он в салоне возит. Тут тоже, ну, это новые диски в продажу. Со склада взял попутно сразу. Так, стартера привез. Вот они лежат, один под диском. Один под вторым диском. Под вторым диском. В общем, сейчас будем что-то делать. Андрюха там в работе. Значит, что хотел рассказать. Ну, нормально катнули. Смонтировал я вам уже 3 серии. Там, кто онлайн не смотрел или кто... Ну, я понимаю, что 7-часовое видео там пишут в комментариях. Это сразу отвечу, давайте, для тех, кто пишет. Это повтор, это уже было. Друзья, не могут все сесть и 7 часов смотреть. Там сначала мы едем, потом мы колеса меняем. Потом начинается оффроуд многочасовой. Ну, там максимально кратко пробуем показать в сериях, оно... И так они длинные, в принципе. Формат Ютуба 10 минут вообще, там 10-12. Серии у нас там и по 20, по 15, 17 минут, 20 минут. В общем, хорошо катнули. Хорошо, сейчас стартер поставим. Возможно, что-то еще будем делать. ТО какой-то. Ну, колеса, наверное, поменяем. Колеса 29-е получается, 215-80. То есть они, в принципе, должны становиться... на эту машину, на эту. Ну, они будут более логично зимой. То есть эти мы пока снимем, поставим, положим в сторонку. Так. Ну, блин, хорошо ехали. Андрюха здесь шины снял уже с крыши. Хорошо покатались. В общем, кто не смотрел, не скучная. Зимний оффроуд. В нескучном. Там несколько серий, все последние серии есть. Ну, сейчас пойдем к Андрею. Все сказал, что хотел. Вроде рано выехал. Блин, пока откопал, пока загрузил. Получилось все равно. Но все равно сегодня раньше часа на 2 я приехал, чем обычно. Так что, я думаю, все покажем, все успеем. Посмотрим, что Андрюха там пилит. Эту коробочку делаю, вот эту машинку, чтобы блоки реле и прочего запихнуть. Андрюха коробочку так уже сделал практически? Ну, практически, она, блин, меня уже так... Скажи, вроде простая коробочка, да? Да, простая коробочка, только ж, блин... Короче, требует внимания. Очень много. Короче, ладно. Сейчас ты удивишься, какой диск, сколько весит. А есть кантер, кстати, нету нигде? Кантер. Ну, в доме можно. Можно взять? Если найдем. Просто, ну, показать здесь надо. Разные. Показать, сколько весит нет, диск. А я откуда знаю, да он там есть? Что там? Опа! Я себе Андрюха... Я себе шакал купил, но он тебе... Слышишь? Шакал, блин, весит как диск почти. Не, ну он точно не поломается, не испортится. Ну, блин, как-то... Не, ну машина серьезная, шакал должен быть, да, серьезный, да? Шакал серьезный. Андрюха, готов? На. Скажи, это как? Да? Подожди, я этот диск уже в руках держу. Это E39 BMW, оригинальный диск, который типа железный. А ну. Он не железный, он алюминиевый. Он алюминиевый, но он на вид как штамповка металлическая. Я его взял, Рус. Честно скажу. Ну, у меня был когда-то, купил давно. Я же не знал, я же знал, что залупас где-то лет через 15 появится. Я в руках уже держал такие диски, тоже с такими вырезанными сердцевинами. Не, так это оригинальные, они все такие. Он такой с оригинала, угу. Где-то такой. С оригинала, да. Но видишь, тут утолщение идет в этом месте.
Я такой диск уже в руках держал, мне уже давали. У меня ну, сейчас мы кантер... У меня на работе, чтобы ты понимал, на складе было вот таких два диска. Сейчас мы кантер возьмем и взвесим, блин. У просто... меня уже были такие два бэрвэшных диска. Он еще легче, чем те. Я знаю. И он шире... Нет, ну ширина где-то такая же. Но у него вынос ЕТ-20. Ну я просто говорю, что... У меня на работе да я понял. Точно такие же лежали, два штуки. Так их много. Я просто тогда внимание обратил, потому что мне вот это в глаза кинулось, потому что тут не кольцо, а так, значит, как в токарном станке вырезано. В оригинальной, ну это же оригинальные BMW-шные диски. Да. А я тогда подумал, что оно просто... Думал, сам кто-то сделал ночью, да? Мне просто вот два на складе лежали, пацаны забрали тогда. Да я понял. Я им отдал, потому что мне BMW-шные... Не подходят. Вообще никуда. Надо было до дома нести, в хозяйстве все надо быть. Конечно. Я, блин... Иди же самая... Я протупил от Ягуара, не забрал 20-е. Вот то было классно. Они, оказывается, на москвичевском. Вот это ты, да, промахнулся. 20-е. Вон, смотри, что еще лежит. Видишь? Вот самая радость основная сегодняшняя. Да. Да есть чуть-чуть. Так, вот он. Не, ну теперь мы уже будем как серьезные джиперы, да? А то, блин... Вот, знаешь, в чем сложность, понял? Да я понял, чуть-чуть вот там. Вот болгаркой надо просто чуть тернуть. Чуть тернуть вот и все, да. А так, пожалуйста, он в отверстие входит нормально. Блин, посмотри, какой красивый, это вообще шок просто. Да, это ты нормальный подгон сегодня сделал. И диски теперь у нас... Сколько комплектов? Короче, у меня ни на одной машине никогда в жизни не было столько дисков, сколько на этой. Давай считать, подожди, смотри, раз. Два комплекта 14-х литых бэховских. Плюс этот 15-й, три комплекта. Сейчас этот легкий штамповка алюминиевая или ковка, ее назвать правильно. Четвертый комплект. Потом эти. Какой радиус? 14? С моей 34-ки пятый комплект. Ну, говорю, и шестой злые. Шесть комплектов. 15-й. Угу. 6 комплектов, короче, я насчитал. Ну, может, что-то пропустил еще. Но 6 комплектов уже есть. В общем, где-то хватит лет на 20, даже если не докупать. Ну, если у тебя есть 16-й, можем мои от Хаммера поколхозить. Да, да, 16-е есть, конечно. Ну, я не буду их пока вести, давай только пока. Я думаю, они будут немножко затирать. Ну, доработаем. Так, ну что, все. Все, в общем, пока. Пока все показали. Не, хорошо получилось. Подходит то, что доктор прописал. А если я на москвичево взял, думаю, ну, возьму уже сразу такой, чтобы уже и сюда подходил. Взял самый большой, который был в магазине. 90 гривен. Хоть и строительный, но... А какая разница, строительный? Работает и работает. Он одну работу выполняет. 100%. Тем паче при такой толщине, я думаю, вообще фиолетово. Строительный он или... Проблемы не будет. Так, ну, главный тест-драйв. Цепляй. Ноль. Электронный. Оригинальный Китай же, да? Ну да, естественно. Бросил где еще? Да. А где сейчас? Сколько там? 5,7. Жигулевский стальной весит 7 килограмм. У меня есть рядышком. Оригинальный? Да. 5,67. 5,7, короче. 5,7. 15-й диск. Пошли Жигулевский оригинальный. Давай. Опа, Жигулевский копеечный, оригинальный. Сколько там? 5,7, глянь, грамм-грамм. Да это что-то с весами, наверное, не может так быть одинаково. Жигулевский. Так 5,67, что там. Давай еще тут третий, если такой же вес, то это весы такие. Сейчас, подожди. Я же скажу, оригинальный Китай. А, мы их не обнулили. Блин, Андрюха, блин. Фух, блин, я уже это, думал, что все. Обнулил? Оригинальный Китай. Оригинальный Китай, брошник дыши, а дыши часто. Да, издевается над нами. Все, давай. Фух, блин, я уже думал, что такие совпадения, не думаю. Знаешь, этот известный человек говорил. Сколько там? О, вот это похоже. 7,9. Железяка 13-я. Да, 7,9, ну 7,9, короче. 7,900. Теперь смотри, давай 14-й литье. Сейчас. 14-е литье. А, обнуляй. Так, по нулям давай. 0,15. Ну ладно. А, не, нули. То крючок был. Крючок, да, быстрей. Интересно. Я думаю, тут много покажет.
Я думаю, что не очень много. А взвесь, поднимет его? Сколько? Смотри, 6,8 было, 7,2. 7,2. 7,2, Андрюха. Легче Жигулевского, 13-го. Литье 6,5 дюйма, 14-е, Беховское. Вот так вот, самый легкий мы ставим. Для залупазла все самое лучшее. Так, дождь идет, короче, целый день с переменным успехом. Плюс 11 сегодня. В 905 году какая-то была погода подобная. Так, все залупазлы в куче, подписываемся, делимся. Продолжение скоро. Может, даже онлайн. Да, Андрюха? Пока.